Так, всем здравствуйте на моем канале. Вот хочу показать, как сажаем чеснок. Вот таким методом тыка. Одним корпусом трактором прохожу и потом сажаем, как видите, вот такой чеснок. Ширина междурядия. Это получается 40 сантиметров. Так выставил плуг, чтобы было где-то 40-50 сантиметров. Чеснок вот такой. Видите, хороший, крупный. Вот. И еще буду сажать лук на зиму. Чеснок, зиме и лук. Вот так. Вот такой лук еще будем сажать. Как видите, одним корпусом засыпаю. Ну вот. Лук тоже таким методом вот сажаем, как чеснок. Вот так. Ну все, всем спасибо за просмотр.